все друзья, как обычно в этом месте, проскакивают интересные машины. Вот она пролетела по основной, я догнал ее. Смотрите, какой шедевр. Это серьезный тюнинг. Что тут скажешь сейчас? Попробуем на светофоре поговорить. Ой, он уходит направо. Поеду за ним. Мне, в принципе, можно и прямо, и направо. Попробую показать вам ближе. Ну, серьезный внедорожник. А, это Фиат. Я подумал, что это АК. Это Фиат. Сиченто. Да. Интересный вариант. Сейчас вон светофор, может, красный будет. Получится пообщаться. Киевские номера. Багажничек, силовой обвес по периметру. Шины, я думаю, у человека, может, и есть какие-то, которые, черт, зеленый. Когда надо, чтобы красный загорелся, красного нету. Сейчас давайте сбоку я вам покажу его. Тут серьезная поклейка. Силовой обвес полностью. Багажничек. Ну так медленно едет человек, аккуратно. Тут длинный светофор. Возможно, получится что-то увидеть, что-то спросить. Да, со стороны на АК подумал, похож. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Полный привод. Машины не боевые, да? Есть другие? Я понял. Человек обрадовался, что я его снимаю. В общем, сильно не пообщались. Ну, хотя бы увидели. Давайте, с этой стороны освещение лучше, вам будет ее лучше видно. Такие машины попадаются. Как бы не вклепать впереди идущую, все, ушел. Мне тут уже налево, к сожалению. Да, умельцы у нас могут. Видно, рыбалка, охота. Домкрат можно под каркас подставить всегда, если даже застрял или... потянуть чем-то, не бояться, что поцарапаешь, обклеено. Да, в общем, такие машины ездят по Киеву во время карантина. Всем здоровья, максимально берегите себя. Машин реально мало, мало. Это вот бульвар Перова, рынок автомобильный. Ну, есть машины. Кстати, закрыт, с улицы люди торгуют, насколько я помню. Не, вот снаружи. Вот кто-то закрыт, кто-то полузакрыт, непонятно. Такая обстановка. Опа, а тут закрыто. Черт. Как мне объехать? Придется возвращаться. Дорожникам раздолье. Ремонтируют. Ремонтируют где только можно. Придется квартал полтора вернуться. Общественный транспорт не ходит практически. Маршруток вообще нет. Да, магазины, видите, все закрыты. Все закрыты.
Да, и внутри тоже. Мне вот сюда надо, ну, придется по кругу объезжать. Немного автомобилей. Движение упало, сезон сорван. Как-то торгуем еле-еле. Обращайтесь, наш сайт в описании. На главной странице справа вверху. Где еще? Ну и просто автоколесо Prom.ua. Шины, диски, аккумуляторы, автохимия, масла, фильтра. В общем, можно, можно звонить, можно писать, лучше звонить. Можно прямо на сайте заказывать. Так, я тут направо. Фиатик. Фиатик интересный. Всем пока, подписывайтесь, делитесь. Думаю, все будет хорошо.